Книги я люблю с раннего детства. И в нашей семье был культ книги. Но отношение к книгам было такое. Это источник знаний. Ну, цитата из Горького. «Любите книгу – источник знания». И поэтому мои первые – это рассказы о природе, рассказы о жизни людей. Пришвин был моим кумиром. Я очень любила стихи Маршака. Но когда подросла, конечно, приоритеты менялись. Например, однажды мне попала в руки только что изданная книга Степана Писахова, и его говорок, его сказки меня очаровали. Это тоже было на многие годы, да и до сих пор одна из любимых книг. Но был в моей жизни такой интересный период в старших классах. Я запретила себе читать беллетристику, потому что книга – источник знания, и читать о каких-то похождениях неведомых мне людей, придуманных, я себе запретила. Сейчас сожалею, но несколько лет я действительно не читала художественной литературы, только научно-познавательную. Это разбили Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу», меня очаровал. Ну, а затем все-таки я осталась при своем мнении. Для меня книга – это источник знания. Это последний судья в любом вопросе. И сейчас, если признаться, я больше всего люблю книги краеведческие, познавательные, рассказывающие о природе, об истории. Наверное, такие и пишу. И все-таки я не совсем глуха к литературе. И если говорить об авторах, то люблю и уважаю тех, кто коротко, сжато, точно может рассказать о том, что, о чем говорит. Например, рассказы Чехова. Я восхищена ими. Вот такие у меня книжные пристрастия, такая любовь к книгам. И надеюсь, что краеведческая литература, которую предлагают библиотеки, и в том числе те книги, которые я написала, моим единомышленникам понравится.